Арти-25 представляет. Спасибо, Скутер. Я понял. Спасибо тебе и чатику за инфу. Да не за что. Видюка у меня уже 3 года. Теперь буду копить сразу на RTX 2080. Угу. На большее не хватит терпения. Ну смотри, чтобы купить RTX 2080, тебе нужно еще, чтобы другое железо подходило. Понимаешь? Блок питания, потому что жрет. Она будет в разы больше жрать, нежели твоя 660-я, да? Процессор, возможно. Я не знаю, что у тебя там дальше, но надо тебе чекать, все железо будет, понимаешь? Просто все. Да тут уже материнку, наверное, еще с материнки начать. Просто вот еще вот в этом может быть загвоздка. И это самое грустное, что может быть. Когда ты хочешь менять в своем... Я не знаю, какой у тебя комп, но, к примеру, в каком-нибудь стареньком компе, когда ты хочешь поменять какую-то железку, ты меняешь одну, и отсюда тебе приходится менять абсолютно все. Потому что одно с другим просто не может сейчас быть совместимо. Одна старенькая железка, другая новенькая, и все. Это как два... Это типа парень с девушкой, они друг к другу подходят, да? Вот так вот. А парень с парнем не сможет. Так же и железки вот. Шо, я прям на пальцах объясняю. Заснять один день глазами Арти 25. Если вы увидите то, что вижу я, вам это не понравится. YouTube забанит. Мой видос сразу YouTube забанит. Просто удалит канал. Че не летит-то, не пойму. Четкая же арта должна быть. Сделай полоску на консоли. Да не до консоли мне сейчас, брат. Ну-ка, давай, 400 урона, брат. 406. Не, шотника не хочу. Вообще не полетело. А ты что тут стоишь? Давай ее столкнем в воду, а? Страшно. Да снесы, солдат ребенка не обидит. Ура, трассера появились. Это давно уже. Ну как давно? Пару дней. Типа давно. Ай, неужели? Здесь не помочь. Ну, вариант только один встречать. А СТРВ светит или не светит? Вот не пойму. Артаси даже смотрит и кидает. Жопа. Жопа артовода.
Вообще слабо. Здорово, Максим. Я густи-кусти-кустики, вовсе не арта. Ля-л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 я. Да ладно, мы отбились, типа, смотрите, шотников понокали. Опа, я назад. А что, хорошее у меня место было? И застрял. Не надо давать нам надежду такую прям. Если она картоша заберет эту надежду, но... Только не давай надежду, чтобы ее забрать. Ну... Я бы просто хочу выиграть. Уже. Если картошка не даст выиграть, это будет очень печально. Я хотел его в воду столкнуть. Ну, по приколу. Ну, я по приколу хотел, на самом деле не хотел, типа шутки шутил. Сейчас дерево не свалите, все. Две тысячи. Уже меньше. Арта КД. Блин, Стервей молодец, прям четенько. Очень четко Стервей отыграла просто. Господи, Стервей затащила катку, по сути, из кустов. У меня E5 Pro C650 блок питания. Производители этого железа так специально делают. Чтобы угу. За одной деталью менять другое. Круто. Мафиозы, блин. Не буду кидать уже. Сейчас, может, засвет будет здесь где-то. Спасибо, скутер. Ну, понятно тогда, что. Круто. Наверное. А, подожди, я это не одупляю. У тебя 650 блок? Ну да, этого мало, 650. Надо там минимум 750. Скорее всего. Ну да-да-да, они от этого и пляшут. Так это и работает. Я что-то круто-круто и так. Я думал, ты что-то хвалишь там. Да. А так все делают. Производители все и всего. Мы выигрываем сейчас пока что предварительно слитую в хлам катку. Должен быть здесь где-то. Нету. Значит, на ледник уехал. Бери базу, братик. Я тебя буду прикрывать. Мне ехать бессмысленно, я лучше прикрывать его буду. Он, конечно, мог наверх залезть, пока движуха это была. 694. Без пробития его 92-й не убьет.
только с пробитием. Может он приехать по леднику ко мне, но это долго будет. Я успею среагировать, если что. А чтобы его увидеть раньше, я попробую сейчас свалю дерево. Попробую встать вот здесь. Чтоб, если что, я чекал. Ну и чекал вот здесь, например. Я не знаю, куда он ехал. Но, скорее всего, по леднику. Если бы он ехал здесь, вот сюда, переезжал бы, да? То есть, уезжал бы дальше вот здесь вот на первую, вторую. То его стервейб, возможно, здесь поймал. 92-й, он медленный. Значит, он по леднику ушуршал. Если ушуршал по леднику, то ему не сбить уже, скорее всего. Я тут насветил на 1500. Немножко, но насветил даже. Капец. Что мы сделали? Мы просто тупо вытащили катку. У меня 23 хп. Кошмар. Да, молодец, берет базу. Четенько. Не, в этой ситуации ехать мне бессмысленно. Отлично. Просто молодец, СТРВ тоже.